Привет! Вы на канале Маринка Мандаринка, меня зовут Маша. Сегодня опять мы с Анютой решили что-то нарисовать, позаниматься художеством. Что же нарисовать? И мы нарисуем сегодня мороженка. Вторым я еще не знаю, что мы будем рисовать рисунком. Вот, но думаю, что-то мы найдем. Вот. Для этого нам понадобится, ну, конечно же, карандаш. Самый основной карандаш можно с теркой, но обязательно с теркой, мне так кажется. Отдельно терку, любую терку, у меня просто терка-карандаш. Ну вот, вот так она высовывается, пальчиком подвинешь, и она туда высовывается. В общем-то все. Ну и альбом. Альбомный лист. Ну, что-то на то, на чем мы будем рисовать. Так, сейчас я подумаю и пофантазирую, а позже вернусь. Так, я уже пофантазировала, а еще нам понадобится транспортир. Думаю, у всех он есть. Конечно же, ручка, самая тонкая, это 0,3. Ручка. Вот. Ну, тут так написано, я не знаю, по-моему, 0,3. Можно треугольник с таким разделом. Я попробую начертить где-то на так, 50, 50, ну, короче, на 50 градусов где-то. Вот. Ну, а здесь я уже не буду ничего размеривать, поэтому нарисую так. Вот. Ну что ж, мы приступаем. Так, берем карандаш. Я хочу начертить мороженка среднего вида. Поэтому возьму этот. Лучше, ребят, да, берите вот этот треугольник. Транспортер не нужен. Дальше берем уже транспортир и ведем вот по нижней линейке до, сейчас я вам скажу, до 5 градусов, до 5 сантиметров. Отмеряем, сколько тут у нас, 5 сантиметров и 5 миллиметров. Так, ровно 5 сантиметров. Так, 5 сантиметров и 5 миллиметров. Так, и соединяем точки между собой. Так. Тут точно так же. И общее пространство получилось у нас вот такое. То есть заготовочка такая. Теперь соединяем низ. И низ у нас должен состоять тоже 5 сантиметров и 5 миллиметров. Соединяем между собой. Так. Рисуем нашу палочку дальше. Палочку легче всего нарисовать из обычной палочки. Я, к сожалению, не приготовила, поэтому сейчас побегу за палочкой. Палочки я не нашла, но нашла вот такой, как его называют? Извините, пожалуйста, я что-то начала забываться, пересмотрела много гипнотизирующих видео и начала забываться. Вот такой бабушка, как вот эта штука называется? Пинцет. И нашла пинцет.
Вот, как вы уже заметили, я буду вот до середины проводить полдень. Так, если у нас так, то по 2 сантиметра и сколько миллиметра посередине. Обходим. Точки я поставила. Этот треугольник неровный, поэтому я опять же вытираю, ненавижу вытирать. Ужас, как ненавижу. Так, теркой от карандаша даже и не пробуйте, она разбивает. Так, линия у нас до 6 сантиметров и 2 миллиметра. Расстояние между так, 9 миллиметров. Так, соединяем. Так, где же у нас 9 миллиметров? Вот у нас тут 9 миллиметров. Ну а что же, подкруглить, ну конечно же использовать вот такую штучку маленькую. Оп, и совсем как от мороженка. Ну, почти что совсем. Так. Палочку внизу вот так делаем, как у настоящего мороженка. Если вы хотите, купим. Вот такое мороженка. Так. Извините, просто, как я вам говорю, я приболела. Дальше рисуем, как бы, нашу поливку. Поливку. Ну, сейчас я сделаю и вам покажу. Ну, как бы, вот так. Дальше рисуем отцвет. То есть, а нет, отцвет мы нарисуем последним. Теперь рисуем глазки. Сейчас я нарисую и вам покажу. Глазки наводим жирным шрифтом. Боже мой, ну посмотрите, какая милота. Милота получилась. Ну прям вообще. Я вам честно говорю, я не копирую. Ну, теперь делаем отсветку. Так, отсветочку. Извините, это у нас вот это хреновина. Так, сначала рисуем кружочек такой. Потом рисуем кружочек, ну, еще заполняем. Потом кружочек. Ну вот, вот наша ответочка. Ну что ж, я не знаю даже бантик рисовать, не рисовать. Нет, не буду рисовать. Ну и разукрашиваем. Кстати, я заметила один нюанс. Укорачиваем палочку. Если палочка у нас сейчас 4 сантиметра и 6 миллиметров, то мы ее укорачиваем, и палочка у нас встает.
сейчас вам скажу. 3 сантиметра. Да, ровно 3 сантиметра. Так, ну так это вот. Ничего нам надо сделать. Почему я говорю, рисуйте всегда карандашом? Некоторые рисуют ручкой. Не понимаю, какой у них смысл. А вдруг что-нибудь получится? Надо заново. И так уходит по много листов бумаги. Одним словом, люди не берегут природу. Так, разукрашиваем. Что я делаю? Ребята, подписывайтесь на мой канал. Что это за глаз уродил? Попробуем навести этот глаз. Ну и чё? Не знаю, как по-вашему. Ну, вот такое мороженка у нас получилось. Вот все, раскрашиваем палочку.